Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbow Loom TV. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести на нашем станке вот такой вот 3D смайл. А также на нашем канале продолжается еженедельный розыгрыш наборов Rainbow Loom среди подписчиков канала. Для участия вам просто нужно быть подписчиком нашего канала и оставлять комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». В тексте комментария вам нужно написать свое имя и текст «Я участвую в конкурсе от Rainbow Loom TV». Победителя определяем каждую субботу, выбирая случайный комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». Всем удачи! Приступим к плетению нашего 3D-смайла. Для нашего 3D-смайла нам понадобится наш станочек. Внутренние части смотрят вправо. Средний ряд на один столбик больше, и нам понадобятся резиночки желтого цвета и черного цвета. Делаем первые две заготовочки. Берем резиночку черного цвета и делаем 4 оборота на крючке. Раз, два, три и 4. И снимаем на одну резиночку желтого цвета. Это первая заготовочка. Так, откладываем ее в сторонку. И также вторую делаем. Раз, два, три, 4 оборота. И на желтую резиночку. Вот так вот. И вторую часть заготовочки откладываем в сторону. Теперь мы берем по 2 резиночки желтого цвета. Одеваем на первый столбик верхнего ряда и на первый столбик правого ряда, закручивая восьмерочкой. Следующие две резиночки мы берем, опять же, закручивая восьмерочкой, одеваем вот так. И следующие две резиночки желтого цвета, также закрученные восьмерочкой, вот так на столбике. Вот такое вот у нас получилось. Теперь мы берем по одной резиночке и одеваем на наши столбики по кругу. Вот так вот. Итак, приступим. Для нашего 3D-смайла нам понадобится станочек. Средний ряд на один столбик больше, резиночки желтого цвета и резиночки черного цвета. Итак, приступим. Мы берем две резиночки желтого цвета, одеваем на первый столбик верхнего ряда и на второй столбик среднего ряда, закручивая восьмерочкой. Вот так вот. Теперь берем следующие две резиночки желтого цвета и одеваем на первый столбик среднего ряда и на третий столбик нижнего ряда тоже восьмерочкой закручиваем. Следующие две резиночки желтого цвета также мы одеваем на первый столбик нижнего ряда, закручиваем восьмерочкой и одеваем на второй столбик верхнего ряда, то есть через 3 столбика. Далее мы берем резиночки и одеваем по кругу по одной резиночке на наши столбики. Здесь мы на 3 столбика одеваем. Вот так вот. Так, теперь нижние резиночки мы достаем все серединку. Вот так вот. Так, и опускаем резиночки вниз. Будем увеличивать наш 3D-смайл. Эту резиночку мы отпускаем в серединку. Вот эти вот две резиночки мы снимаем и одеваем на четвертый столбик среднего ряда. С нижнего ряда мы снимаем верхнюю резиночку, одеваем на третий. С
верхнего ряда мы верхнюю резиночку держим пальчиками, а нижнюю резиночку на третий столбик. Верхнюю резиночку мы одеваем обратно на столбик и делаем 3 оборота вокруг наших столбиков, то есть 3 раза мы обходим все столбики по одной резиночке одеваем. Так, теперь снимаем нижние резиночки все. Так, это будет первый оборот наш. Вот так вот опускаем вниз все резиночки. Так, теперь второй. Вот так. Так. Также в нижней резиночке все в серединку. Отпускаем. Так. Вот так. Опускаем резиночки все вниз. И третий раз мы делаем круг резиночками по всем нашим столбикам. Последняя резиночка, вот так вот, и снизу снимаем все резиночки желтого цвета. Так, так, и последние резиночки. Так, опускаем вниз. Теперь мы будем делать нашему смайлику улыбку. Мы берем резиночку черного цвета, одну, делаем 4 оборота на крючке, вот так вот, и, простите, 2 оборота мы делаем на крючке, вот так, и снимаем нашу первую резиночку желтого цвета и отпускаем вниз, получается, резиночку черного цвета. И одеваем обратно резиночки желтого цвета на столбик. Делаем еще один оборот по нашим столбикам. Вот так вот. Так. И еще последняя теперь резиночка. Снимаем нижние резиночки наверх, в серединку. Так. 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 И вот здесь вот. Теперь продолжаем нашу улыбку. Мы берем 2 резиночки черного цвета и 2 резиночки желтого цвета. На одной берем одну резиночку, делаем 4 оборота на столб, на крючке. Берем резиночку желтого цвета и снимаем все 4 резиночки с крючка на резиночку. И одеваем на средний
ряд первый столбик и нижний ряд тоже первый столбик. Так, и также со второй. 4 оборота на крючке. Снимаем с крючка на резиночку желтого цвета и одеваем на средний столбик, на первый столбик среднего ряда и на первый столбик верхнего ряда. И вяжем еще один круг желтыми резинками. Вот так вот. Вот, и нижние резиночки опять серединку снимаем. Вот здесь вот резиночки сверху не одеваются. Вот так вот. И здесь получается снимаются две нижние резиночки. Здесь вот так вот. Что-то не так. Вот. Здесь снялись две. И здесь две. Вот так вот. И опустили вниз. Все еще сняли. И вот здесь вот нижняя. Вот так. И опустили в середину. Будем уменьшать наш 3D смайл. Первую резиночку нижнего ряда мы снимаем, одеваем на пальчик. А нижнюю резиночку мы одеваем на первый столбик нижнего ряда. Вот так вот. Эту резиночку, которую мы на пальчике держали, опускаем на место, на второй столбик нижнего ряда. Две резиночки, которые на нижнем ряду, на третьем столбике, мы снимаем и одеваем на второй столбик. Здесь мы снимаем со второго столбика верхнюю резиночку и одеваем на первый столбик верхнего ряда. Две резиночки с третьего столбика верхнего ряда мы одеваем на второй столбик верхнего ряда. Вот так. И опускаем вниз. Здесь мы снимаем резиночки со среднего ряда, держим и вытягиваем резиночки, которые были за столбиком. Нам нужно эти две резиночки одеть вот на третий столбик среднего ряда. И делаем еще один круг резиночками по всем нашим столбикам. Вот так вот. И снимаем все нижние резиночки. Серединку. Вот так вот. Так, и вот здесь вот. Вот. Теперь нам понадобится вата, кусочек ваты. Так, берем, снимаем все резиночки на крючок со всех столбиков. Аккуратненько. Столбика и с этого столбика мы снимаем. Вот такой вот у нас получился смайлик. Для того чтобы был он объемный, мы сейчас его наполним ватой. Вот здесь вот мы оттягиваем вот так вот и берем, всовываем вату
вовнутрь, так, чтобы он был плотный. Плотный и круглый. Берем еще вот. Добавляем. Ну, я думаю, теперь нам хватит. Вот так. Теперь берем резиночку желтого цвета и снимаем на нее все резиночки с крючка. Так вот. Какую-то потянула за собой. Сейчас мы проверим. Так. Держит резиночка. Так. Значит, вот эта вот резиночка. Сюда. Угу. Вот она, наша резиночка. Нашли мы ее. Так. Главное поймать. Вот. И вот так вот теперь. И делаем петелечку. Так вот подтянули. И она у нас тут затянута. И теперь делаем кружочек с нашего смайлика. Вот так вот. Разравниваем. Вот так вот. Делаем из него как бы мячик. И вот такой вот у нас 3D смайл. С вами получился на нашем станке. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.